Мясоперерабатывающий комбинат в Белебее будет производить продукцию не только для внутреннего рынка, но и на экспорт в Китай, Вьетнам и Таиланд. Общий объем вложений в новый инвестиционный проект оценивается в 10 миллиардов рублей. Об этом телеканал РБК Уфа сообщил генеральный директор группы компании «Таврос» Ренат Зайнулин. Проект по переработке свинины, выращенной на собственных свинокомплексах, планируется реализовать к 2022 году. Производственные мощности мясокомбината составят 1 миллион голов забоя. Обвалка мяса 240 тонн в сутки, производство колбасных изделий 100 тонн. Это позволит предприятию войти в пятерку крупнейших мясоперерабатывающих заводов страны. Предлагаем создать 1168 рабочих мест. На сегодняшний день завершены проектные работы. Спроектированы полностью все инженерные сети и коммуникации. Значит, документы переданы на государственную экспертизу. До 15 декабря мы ожидаем получить положительное заключение и направить пакет документов в фонд моногородов России. На реализацию инвестпроекта правительство республики выделит 1,5 миллиарда рублей из регионального фонда. Банковские займы составят 8 миллиардов. 2,5 миллиарда рублей инвестор планирует привлечь через фонд развития моногородов.